от Аликина попала шайба в защитника. Мало ли куда она могла отскочить. Но здесь для Амура все хорошо. Пока Найт направо. А вот здесь для Амура все плохо, поскольку забивает Егор Чинаков. 2-0. Ну, во-первых, хорошая передача. Она прошла. Там Блиткорягин вроде бы пытался ее перехватить. Но все равно Чинаков. Его долгожданная заброшенная шайба. В большинстве для него пятая. А вообще в сезоне восьмая. Тоже один из лучших снайперов Авангарда, но самое главное, Долгеру загрешилось. Мы увидели Толчинского нет сегодня в составе. И Хохлачев как раз на его месте. Хоть и по другую руку. Каски отдает на Хохлачева. Хохлачев на Найта. И Найт практически вслепую отдавал эту передачу. И вроде бы Корягин тоже контролирует Чинакова. Но она прошла настолько сильно, что и Чинаков не мог отреагировать на нее более нежно.